собираемся на охоту уезжать. Сарат. Да на кого ж ты нас? 2017. Женщина моя нервирует меня. Нервирую, конечно, 2 недели. 2 недели, говорит, уезжаешь. Покидаешь нас. Вот. Скарб мой. Вот это вот. Леди. Ну что, дома остаешься? Не беру я тебя. Зачем ты мне на охоте нужна? Непослушная такая. Шучу, шучу, а то сейчас еще скажешь мне что-нибудь по-человечески мат. Так что вот. Скарб мой на 2 недели. Ну, естественно, еду я в гражданке. Вот. Увидимся в дороге, наверное. Хотя я в ночь еду, думаю, завтра утром. Уже в Саратове. С Божьей помощью. Прибыли на саратовскую землю. Поваляйся, поваляйся. Иди поваляйся. Леди, иди, иди поваляйся. Иди поваляйся. А? Хорошо тебе, да? Хорошо. Почисть, почисть шкуру. Здорово. Здорово. Дождался, Юр? Да, это мой любимый цвет. У нее чистые лапы, да? Соскучился? Мой любимый цвет. Соскучился. Не, она соскучилась. Стой, стой, куда? Исямис. Привет. Сейчас обнимемся. Хроника. Да. Эй, волки. На охоту поедете? Ой, это ж надо будет разгружать. А потом опять загружать, и так несколько раз. Так же сможешь разгрузить? Разгрузить. У Чернобая учился? Да, у Чернобая, так, ничком. Все, аккуратно. Сюда бы поместились бы это, еще чучела и плавающие, все. Да. Я помню, как они падали там на леди сзади. Едем на поиски гуся. 1.5 дня до открытия охоты. Полтора суток, наверное, дает. Да. Прикрой окно, пожалуйста, чуть-чуть. Понимаешь, что тебе жарко? Давай. Всем привет. Да, да, да. Скажи, какие вообще у нас планы на сегодняшний день? Что мы должны сделать сегодня? Сегодня нам нужно выпить. Ну это понятно, само собой. Мы же приехали. Обстановка на самом деле очень не очень по гусю. Это со всех краев доносится, что его очень мало. Воды крайне мало в полях. Поэтому нам нужно сейчас найти максимально подходящее перспективное место для будущей охоты. И понаблюдать за ним в течение этих суток. Угу. Светового дня. Такой план. Ну, естественно, разбить лагерь и приготовить, покушать. Надо соблюдать скоростной режим. Ну, да. А сколько у нас времени на светового дня, я имею в виду, на поиски? На поиски у нас часов 5? 5 часов. 5 часов. Будем стараться сегодня что-то сделать, да? Да, попробуем. Там у нас где-то сидит собака. Здесь ее видно. Заправку приехали, да? Да? Забираемся. Угу. Заодно пойду посмотрю, как там собака себя чувствует. В общем, делаем разведку. Продолжим запись. Чуть позже. Это утиный помет. Да? Да. Кряква? Да. На вкус. На вкус кряква, селезень. Что скажешь? Это лужа. Ну, лужа хороша, но птицы мало. Вообще нет. Воды очень мало, поэтому то, что такой лужа нашли, уже хорошо. Перспектива есть. Главное, чтобы не как ушарик. Ладно, делаем дальше разведку. Одно место нашли, народу много. Придется потесниться немного. Погрузимся сейчас. Может, и вернемся сюда, да? Да. Поехали. Юрий Алексеевич. Это голос.
Что вы там увидели на горизонте? Гуся на воду какой. Сколько гуся, по вашему мнению, мы нашли? Я думаю, что несколько тысяч. Угу. Значит, у нас есть все же шансы на открытие поесть гусиные грудки в малиновом, с малиновым джемом, да? Он надо пить, снижается над озимкой. Угу. Шанс есть грудки покушать? Medium well в малиновом соусе. Есть. Хотелось бы. Потому что все есть, кроме грудок, да? Да. Все ингредиенты осталось грудок накопать. Попробуем накопать грудок. Но перед этим нужно сделать разведку. Определиться с местом. Теоретически, как бы он есть. Ну, до открытия еще полтора дня. Погоним. Погоним. Что скажешь, Юр? Я думаю, тут все сказано количеством пера лежащего. Пера и приплеска. Их фекалий. Чих. Да. Их. Чих фекалий. Их. Чьи грудки. Дай бог, предстоит нам попробовать. Отличный разлив, лиманчик среди зеленки. Отличный. Сидело здесь около 2000 птиц, 2000 и двух гусей. Это очень важно. Вот. И расстояние для лагеря отлично. Да, на той стороне поставим. На стороне машины поставим сюда, чтобы можно было смотреть. Шикарное место. Сделаем здесь укрытие на четверых охотников. И я думаю, что-то да будет. Следите, или смотрите дальше нашу лайф-охоту живую. Приехали, нашли место, разместимся, я думаю, здесь что-то будет. Что думаешь, Юр? А то ты молчишь там на заднем плане как-то. Нет, я... Тихо. Я тебе палку возьму, палку. Палку? Сядь. Палку. Вот, и мы думаем, что здесь должна быть, состояться должна охота, если, конечно, нам не помешают, чего в центральной России вполне хватает, да. Помех среди других охотников. Вот это самое большое, скажем так, сомнение самое большое, которое нас посещает. Как погода? Да погода отличная, что пасмурно, ветра сильного нету, дождя нет, осадка. Но ветер надо... хороший. Да, но ветер, да, как раз для ориентации его на посадку в определенном месте. Мороз? Да, вот. Мороз, ну да, прохладно, около нуля температура. Вода в лимане почти не тает. Ледок. Ну что, возвращаю вам вашу палку взад. Спасибо, да. Ну что, выставляем чучалки? Да, выставляемся. Готовимся к охоте. Как думаешь, Юр, где укрытие лучше здесь разместить? Здесь укрытие лучше размещать как можно ближе к кромке воды. Угу. Потому что моя любимая дистанция для стрельбы гусей — это 8-10 метров. Это самая оптимальная дистанция для стрельбы гусей. Гуся пятеркой, четверкой, тройкой. Самое то, что надо. Полукартечью. Да, 6,2. Вот я встречал в том году немало на саратовских полях. Смотри, вон гусь, да, пошел над горизонтом. О, ну в камеру не будет видно, вот на 12 часов. А, вон, да, видишь? Я вижу, тянется. Бедному не дают отсидеться охотников в поле, не знаю, очень много. Ну ладно, не будем светиться, рисоваться, давай. Все равно сегодня делать скородок не будем, да? Да. Разместим его поближе к воде. Выставим сейчас чучела и пойдем готовить лагерь. И надо что-нибудь поесть все же. Разогреть. Ца? Или разогреть? Всем пока. Это Лайф Охота. Продолжаем подготовку. Вход прекрасный.
открывается у нас вот такой вот ножкой. Опа, вот так вот прикрыт. Там еще можно подтрусить. Ну, сейчас прикроем. Вот Юра крышку несет. Заходит. А, да, я внутри чуть-чуть покажу. Вот так вот он выглядит внутри. Там солома. Можно сидеть на коленках, можно сидеть на пенке, коврик положить, можно на стульчике. Ну, невысокий скородок, где-то около метра, наверное. Да, где-то метр. Не стали подкапываться, потому что грязно здесь и обещают дожди. А в дожди лучше всего вот такое вот укрытие сделать. Вот так вот он будет выглядеть со стороны. Такой вот скрад. Сейчас я грязь месить не буду, обойду с той стороны, покажу, где в собаке вход. Давай, Кеннел. Кеннел. Давай, давай. Оп. Все, это вход собаки. Леди. Морда-то, а. Все и подтягивается, успевает. Хорош, хорош тут копать. Ну вот. Я думаю, это нормальный вариант в этих условиях. Можно было положить жить это скоротки в белых чехлах, но у нас собака только два. Вариант. Да, и с собакой он будет белый, ровно. Когда выбежит собака. С гусем. С гусем, да. Собаку можно было бы оставить в машине, но этот вариант мы даже не обсуждали. Поэтому собака нам нужна. Ветер сильный? Привет, Юра. Лисямис. Как дела? Отлично. Собираемся. Тут, ну-ка, я сейчас другую дверь открою. Что-то тебе плохо видно. На улице что творится, ребят? Не поверите. Не поверите. Ветер. Это я сейчас за машиной стою. Вот вышел дождь, ветер. Это первый день открытия охоты. 25 марта 2017 год, да, Юр? Наверное. Как тебе? Должно быть. Скажи. Хорошо. Хорошо, хорошо, да не очень-то. Ну, смотрю, хорошо, у тебя тут тепло. Выходим. Ну что, будем, значит, охотиться. Я думаю, что до скорока-то мы доберемся как-нибудь. Да, а вот обратно уже не пахнет. Как ты думаешь, если бы мы выкопали яму, нам бы было сейчас весело там? Нам было бы кайфово сейчас. Чистоган, всю ночь дождик шел. Ага. В яме было бы лучше всех. Зато я им не дуло. Так, ладно, скажи, как ты думаешь, что принесет нам это утро? Я думаю, утро принесет нам, как обычно, весеннее. Что может принести весеннее утро? Холод, сырость и, возможно, удачу. Ну да, будем надеяться, конечно. Для этого мы и приехали сюда, чтобы испытать свою удачу. Я пойду спрошу у леди, что она ждет от весеннего утра. Леди, привет. Скажи, ты готова к охоте идти? А? Готова? Судя по тому, как ты тут дрыхла сегодня, развалившись, наверное, готова, выспалась, да? Сил полна. Молодец. Собирайся потихоньку, собирайся. Сейчас приду за тобой. Ну все, идем завтракать, пить кофе, заваривать термоса и выдвигаться. Через час-полтора будет уже светло и, возможно, будет птица, хотя погода мерзкая.
Ветер с охоты, погодка, в принципе, охотничья, нормальная. Вот, что касается наличия количества птицы, с Юрой уже прикидывали, в принципе, не так много. Ну, налетов где-то 5-6 за утро. И то это вот сегодня такой день был, налетов как раз 5-6, 5, наверное, было. Да. Вот. А до этого у нас 1-2 налета, максимум 3 налета было. Вот. Ну, налеты как бы хорошие, дистанция для стрельбы порядка там 15-20 метров. И результат у нас стрельбы там с налета по 4, по 3 птицы добывали. Вот. Сегодня тоже 2 взяли с одного, 2 с другого, по-моему, 3 птицы с одного. В общем-то, процент попадания у нас пока высокий. Вот. Что касается нашего лагерного быта, сейчас вам немножко покажу, как он устроен. Стоит машина наша. Наш шатер. Тут лежат все вещи. А это скирда. За этой скирдой метров. Довольно близко, но в принципе это птицу не пугает. Мы думали сначала, что будет пугать, хотели переехать, но в итоге остались на этом месте. Вот палатка. Вот так у нас обустроен лагерный быт. Тут какие-то остатки еды. Остатки роскоши, вещи, скоротки лежачие, там маскировочные сети есть. В принципе, вот так вот мы и живем здесь. Сейчас выйду. Палатки хорошо, ветра нет, ничего не разносит. Здесь у нас палатка стояла первый день, протаяла вокруг, снег протаял, и пришлось ее переставить на новое место. Очень низко стало ходить. Можно было как бы еще ходить, но низко. Смотрите, это засыпало гусей всех. Это вот у нас сегодняшняя добыча, это вот вчерашняя добыча висит. Сейчас будем заниматься разделкой, будем разделывать птицу, обрабатывать, потрошить. Леди! Вчерашняя, сегодняшняя птичка. До ветру ходил. Показываю наш лагерный быт. Сидел? Сидел, да. Я сидя писю. Показал, рассказал, как мы обустроили свой быт. Лагерное слово такое. Не очень, да. Ну, наш охотник. Пойду в машину еще покажу, как мы спим. С кем? Здесь у нас спит собака. Тут у нас сохнут все вещи. Рюкзаки стоят тоже здесь частично первой необходимости. Я сплю с этой стороны. Вот. С той стороны спит Юра. Вот тут мы с ним отдыхаем. Терпимо. Здесь у нас
резинка натянута. Было полтора дня, когда шел дождь, пришлось помокнуть. Ну как мокнуть? Сами-то, конечно, сухие, одежда отличная, но все равно сырость, влага лишняя. Ну что ты, бесишься, червяш? Ладно, будем сейчас заниматься разделкой птицы. И будем завтракать и ложиться отдыхать. На вечерку скоро. Ну как скоро? Время быстро летит. Пока птицу разделаешь, пока покушаешь, уже и на сон меньше времени остается. Что еще денек здесь, я думаю, побудем. Да, Юр? Я не слышал, что, но да. Я спрашиваю, народ и партия едины? Однозначно. Однозначно. А что ты еще мне там спрашиваешь? Очень из этой темы. А, когда пойдем на охоту? А, скоро. Когда же мы пойдем на охоту? Вот так вот, ребят. Особенно на вечерних сезонах. Сегодня, наверное, подольше, да? Насколько хватит, да, сил? Почти, да, собрали. Ты сейчас что делаешь? Обрезание. Обрезаешь крышку? Да. Еще то удовольствие, да, стяжки, да, обрезать? Стяжки классно обрезают. Надо кусачки для этого делать. Почти все собрали, весь мусор. Мусор целый мешок. Сейчас будем доезжать до дома. Готовиться к следующей поездке. Гусей собрали, тоже мешочек, не считая тех, что отправили. Вот сейчас упаковываемся,
отдыхать Юре. В общем, так, продолжим. Уже, наверное, дома. Да, Юр? Правильно я говорю? Как утрянка? Супер! Утрянки давно такой не было. Да. 4 гуся плюс десяток уток, ну, селезней. Как называют, которая такая красивая? Селезень, вот, точно, селезень. Да. Криковой. Десяток селезней. Да, селезней. И в такую и погоду. И такой дождь, самое главное дождь. Да. Ну, мы вышли. Дим, а у них это, вот такие есть ночные камеры? Вот снимать. А то я все время снимаю ночью, блядь. Но главное, есть, мы вышли на охоту. У меня есть рекордер, да. Блядь. Мы не поленились, не испугались. Не надо занимать. Нет. Сейчас я прожую. Не пили. Да. Не прослабли под действием стихии. И пошли. Были вознаграждены результатом. Да. Очень хорошо. Для такой погоды, для открытия, с учетом того, что перелет еще гуся не начался, нормальный, массовый, очень неплохо. 4 гуся и 7 уток. Ну да, хорошо. Ну, в смысле, селезней. Да, да. А то уток подумаешь, что уток... Шилоха, свиис, кряква. Утки очень много, кстати. Хотелось бы столько, чтобы гуся было. Да. Только уток. Завтра будет. Будет, обязательно будет. Первый день нашего приключения его надо сегодня начался уже к вечеру ждать, со шквалистого ветра и дождя.